Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливион. Мы находимся в Кэроле. Здесь, в принципе, достаточно много дел, но в последней серии я решил двигаться в сторону Куочи. Хочу в первую очередь разобраться именно с главным сюжетным квестом. Сейчас нам нужно найти Мартина, это единственный выживший отпрыск императора Уриэля Септива. Выжил он только потому, что о нем никто не знает. И Джоффри, собственно, главный глава Ордена Клинков, который защищает Императора, попросил меня помочь в этом деле. Так, это кто? Я надеюсь, это он не мою лошадь упер, иначе я поубиваю тут вообще всех. А, вот она. Так, хорошо, наша дорога лежит на юг, на юго-запад. При том, что дорога достаточно длинная, и мы пойдем через Чищобу. Кстати говоря, мы именно пойдем, так что, лошадка, ты тут оставайся. Дорога нас ждет очень длинная. Ехать здесь на лошади достаточно глупо, потому что мы ее убьем просто. Поэтому мы, собственно, будем как какой-нибудь егерь. По лесам, да по взгорьям. Я в предыдущей серии еще сказал, что здесь наверняка мы найдем полно разнообразных подземелий. Сейчас у меня настроение не заходить в них, а смотреть, что там можно найти. Да, ну красиво. Попервой, вот когда эта игра вышла, тогда еще только вышел Next Gen, считался это PlayStation 3, Xbox 360. Сейчас они уже достаточно такие устаревшие. По тем временам вот эта вот растительность, вот это все выглядело настолько круто, что у народа просто челюсть выпадала. И даже несмотря на то, что она все вот так вот дорисовывается. И лот, то есть левого детейл, достаточно криво работает. Все равно по тем временам это было настолько круто, что вообще... Так, там я вижу беса. И мы подходим... О, опять соседи проснулись. Мы подходим... У нас тут сразу два каких-то непонятных места. Я думаю, сначала мы двинем сюда, к этому форту. Хотя нет, это ближе. В принципе, близко и то, и другое. Давайте сначала сюда заглянем, в эту крепость. Так, кто меня заметил? Ой, твою мать. Я же дернулся. Так, ну понятно, это бес. И он меня сейчас может размотать просто. Да ты посмотри, что делает. Так, мне хана, похоже. Фу, вот этот душный был парень, да? Так, ладно, хорошо, не очень удачно это все прошло. Но живой. Если так можно выразиться. Так, пойдем. Сохранимся. Мало ли че. Бесы, кстати, стали гораздо сильнее, чем то, что было до момента установки модификации. То есть у врагов именно поменялось, у них стал фиксированный уровень. И они уже именно вот такие вот, какими должны быть. То есть крысы слабые, всякие бесы достаточно сильные. Ух ты. Возьми косулю. Хорошо. Сейчас покушаем. Да блин.
Крыса, что ли? Йоу. Я в траве не вижу. Где она? Такое ощущение, что прям... Йоу. Офигеть. Ее просто было не видно. Так, ленина. Шкуру мы сдирать не будем. Давайте сразу жарить, конечно, надо бы. Ладно. Так, покушали. Маленько прибавили сил. Начереет, кстати. И, кстати говоря, у нас просто офигительный меч. Осталось приучиться им пользоваться нормально. Надо уроки брать будет в гильдии бойцов. О, так, форт Кармала. Я думаю, здесь будет много крыс именно. Так, берем свой моднявый лук. Тут у нас не очень хорошее место. Кольцо с топазом. Так, это кто? К нему можно подходить? Или он сразу меня атаковать будет? Не суть важно. Выжил. Плохо. Так, он еще и... Нет! Да, блин, да что ж ты... Нет! Фу, неприятная такая битва была. А, это вампир. С вампирами, я чувствую, мы тут настрадаемся сейчас. Кстати, на охладителе заряды. Да, вон отдельной строкой пишется. Надо побольше набрать камней душ, чтобы заряжать его, если что. Хорошо, надо быть, значит, очень осторожным. Два вампира, это все сразу будет смерть. Одного-то еле заклупали. Но здесь, я чувствую, можно будет чем-то поживиться. О, мертвая плоть. Так, еще тут стало много ловушек на ящиках, поэтому я еще не понял, как определять. Блин. Поэтому нужно быть осторожным всегда. Так, это нам не нужно. Хорошо. Зеленая шерстяная рубашка. Нет. Тут его ничего. Ну, хоть золотые. Насколько цинично, да, надо действовать, чтобы гробы расхищать. То, что там. Ой-ой-ой. Да блин, как вообще их обходить? Я так понимаю, что она при приближении работает. И, скорее всего, вот на эту нажимную пластину, когда нажимаешь. Так, хорошо. Да, блин, ну.
И что делать? Как быть? Ну-ка, иди сюда. Не знаю. Долго тащить больно. Ну, ушел. Хорошо. И как мне пройти? Может, теперь? Да. Надо было просто дождаться. Так, а тут у нас настоящая крипта. О-о-о. Плохо. Блин, тут все довольно сильные. С первого выстрела не дохнут ни в какую. Эй, кто там? Никого тут нет. Неудачно. О, ребята. Ой, твою мать. Ты посмотри. Ты просто посмотри на этого урода. Просто снес. Так, хорошо. Возможно, в эту пещеру нам не по уровню. Офигеть. Хотя, что не по уровню? Надо просто добраться до мага. Кто меня заметил? Ой, вы что ли? Ну да, всех хором. Так, это вообще как-то не так пошло. Короче, дело к ночи. Мне тут просто стучат. Вон еще крыса. Кто опять? Да. Да, понятно. Так, короче, давайте мы сюда придем попозже, что ли? Или давайте вот в сторону сходим просто и все. В этой пещере нас уничтожают. Так, очередной вампир. Что самое плохое, то что их тут дофига просто. Бьешь одного, прибегает куча. Тихо. Так, еле живой. Зелья вообще, по-моему, нет. Ну, понятно. Зелья лечения что-то вообще никак. А, блин, оно теперь по-другому действует. Хорошо. Рубашка разбойника. Ну-ка попробуем ее надеть. Видок будет. Ну, я не говорю, что я сейчас в ней ходить буду. Но такая ничего, такая прикольная. Фух. Тут нам стучат просто со страшной силой. Надо что-то как тактику менять, что ли. Попробовать незаметно подкрадываться, да сзади их рубать, может. Хотя у меня скрытность не настолько крутая. Ничего. Так, это мы удачно зашли. Не, тут будет сложно, я чувствую. Но я как-то после дарков и там Demon's Souls сложности не боюсь. Главное, чтобы это было выполнимо. Так, а вот это маг, похоже, который нас в прошлый раз разбирал. Он с такого расстояния, я думаю, самое оно.
его лупить. Главное, чтобы, блин, главное, чтобы он голема не вызвал, да. Много слов и мало дела. Да уйди ты. Да стой. Ты посмотри. Все, хана, короче. Да блин. Вот ведь упертая тварь, но. Еще лучника не хватало. Ай, блин. Короче говоря, в принципе, это все выполнимо. Только попариться придется. Сейчас мы его охладим. Было бы вообще отлично, если бы он в эту сторону пошел. То есть первым ударом нужно снести ему больше половины жизни, а потом уже просто колупать. Нет, маловато. Так, я его не разберу. Понятно, лечимся. И он тоже. Да, блин. Вообще кончится, нет? Я, короче, не выживу. Давай, давай, давай. Сюда. Отлично. Фу, так. Ну, хоть как-то. На них зато качаться, я думаю, будет гораздо более быстро. Вампиры. Ненавижу вампиров. От них, кстати говоря, можно как-то заразиться, по-моему. Ну-ка. Активные эффекты. Вроде все нормально. Да. А что у меня... Так, ну все, осмотримся с этой стороны. Тут, по-моему, больше ничего нет. Поэтому с этим магом. А нет, смотри. Не зря сюда пошел. Волки тоже, блин. Обалдеть, какие злые. Еще в них как-то сложнее попадать. Это, возможно, из-за их более высокого уровня, чем принято. Как же так нарвался-то? Тебе не одолеть меня. В сегодняшней серии, короче, будет полна боли. Сколько вас там вообще? Здрасте. Можно помирать, короче говоря. Не, нужно приучаться именно к стелсу. Именно к тому, чтобы подбираться сзади и резать. Давай покончим с этим. И я тебя не боюсь. Пока что силы ударов мне не дают этим заниматься. Ты застрял, уроды, кусок. Ну, хоть потренируемся на тебя пока. Звон тетивы и свист. Ага. Стрелок-специалист.
Так, давайте сохранимся тогда, раз у нас такая прелесть. Так, отлично. Это нам поможет, кстати говоря. Но с двумя сразу, я думаю, не справлюсь. Поэтому нужно все-таки как-то попасть. Магичка, мать твою, за ногу. Ну. Блин, я и магию не могу использовать с натянутой тетивой. Вообще оптимально было бы, если бы они меня потеряли сейчас. Но вроде он видит. Что такое? Усталость? Так, ну эту, допустим, размотаю, наверное. Да как так-то, ёлки-палки. О, так, да, с вами напариться придется, я уже вижу. Так, ну сейчас тебя. Ай, блин, как с вами тяжело, ребята. Так, ну хорошо. Сейчас бежать будет, да? Давай покончим с этим. Фу, так, теперь давайте все собирать. Это капец просто. Что-то подзастряли мы туда. Шкура волка. Сколько стрел было? И почти все исчезло. Так, хороший железный. Это нет. Слабый зелье лечения. Вампир-акробат. Железные стальные стрелы. Отмычка. Ну, пойдет. Самое главное, что мы с них взяли, это опыт. Потому что на них, видите, как быстро прокач пошел. Так, это у нас, я так понимаю, ведет туда, где я уже был. Ну, куда-то, да, так. Здесь есть у нас еще ответвление. В эту сторону. Сначала сходим сюда, а потом пойдем в то уже большое помещение. Не очень так хорошо все это. Не мотивирует. Я так чувствую, что огребаться мы еще будем долго. Так. Отлично. Серебряные стрелы. О, это круто. Это нужно экономить. Это у нас против духов всяких. Самое оно будет. Масса золотых. О, он вообще разложился весь там. Так, кости. В чем смысл вообще вот этих предметов? Кости. Ты что, их брать будешь, что ли? Или кто-нибудь вообще их будет брать? Хотя, может, для алхимии там нужны, я не знаю. Мрачное такое местечко. Чеснок, золото. Ну все, пойдем в ту сторону тогда. И попробуем что-нибудь там намутить. Я думаю, теперь с нашей новой способностью, с этими сильными выстрелами, с приближением, будет попроще, но... не намного. Так, тут мы все уже сделали.
Осталась одна дорога. Самая поганая. Тихо. Интересно, они через дверь меня не могут увидеть? Написи. Ух ты, посмотри. Это я в скрытности такой урон ему нанес. Еще и нежить тут. Я призвал, похоже, кто-то. Интересно, а как на вампиров будет действовать? Да, блин, да что ж ты. Два лучника, офигеть. Ха-ха, так мы долго будем. Ага, понятно. Огненные стрелы. Стрелы явно непростые какие-то. Умри, тысяча проклятий. Так, ну мне хана. Да. Так, давайте попробуем на них серебряные стрелы, потому что обычные вообще не работают. Нужно вставить где-то там за колонной, тут место вообще никакое. У меня стрел маловато, конечно. Есть еще другие, но... А! Да, блин, на лету. Вот. Да не стреляйте, но... Временами просто что-то не то. Ай. Взял одну стрелу, не получил одну. Ну, давай. Так, у нас есть еще железные стрелы и серебряные. Да, ну... Блин, чё подглючивает она, я не пойму. Почему стрелу выпускает? Так, ну. Хорошо. Ну, давай, ну. А, похоже, устал бить. Фу, да неужто? Блин, ну это было дело, конечно. Пока что самый сложный бой. Зато, надеюсь, здесь лежит что-то хорошее. Хотя, даже если не лежит, то мы, по крайней мере, с них набрались опыта. Так, матриарх, офигеть. Короткий меч холода. Круто. Урон холодом 10. Отлично. Серебряных стрел надыбали. Стальные стрелы, это уже мои. И стрела углей, это которыми именно она стреляла вот сейчас в меня. Кольцо скрытности. Отлично. И отмычка. Фу, так, тут должно лежать... Лук углей. Вон оно что. Это вообще хорошо. Он послабее, конечно, но урон огнем еще. Ладно, он будет нашим. Круто. Так, что у нас тут есть еще? Уже не зря сходили. Этот лук купил. Так, подожди, чудо.
наступило все наше страдание. Еще обстрелы, конечно, исчезали, которые я запускал. Потому что вот тут их, по идее, должно быть просто дикое количество. Но исчезли. Так, сохраняемся. У нас больше ничего. Сейчас попаримся с этим сундуком. Так, ловушка на нем, да? Как ее снять? То есть меня сейчас, я сразу просто автопопыткой попробую, чтобы узнать, убьет меня, хотя бы нет. Эльфийская, да, и катана. Так, тихо. Да вроде ничего, да? Так, это круто. Но это двуручный, поэтому я им пользоваться не буду. Но тем не менее. Так, перегруз. Что-то нужно выкинуть. Что у нас самое дешевое? Вот это. Тут мы наденем, кстати говоря. Так, и в принципе больше выкидывать-то особо нечего. Так что сейчас мы после этой серии, я думаю, отправимся обратно в Корал. Заполнены хоть нет. Ну-ка. И там будем распродавать. Душ нет. Так, меч углей. Тоже круто по-своему. Урон огнем 5. Серебряные стрелы. Стальная стрела. И в принципе все. Так, что теперь выкидываем? 193. Ну это, блин. Лук придется, я похоже, думаю, выкинуть. Или меч. И лук, и меч, похоже. Они все-таки не настолько ценные, как магические предметы. Так, этот замок мы взломать не сможем, а там, я думаю, что-то хорошее лежало бы. Вот вино мы брать тоже сейчас не будем. Просто нужно запомнить это место. Так, шкатулка с драгоценностями. Первый. Второй. Да, блин. У меня система одновременно и нравится, и при этом доставляет очень много проблем своей сложностью. Ой, короче. Что-то вообще есть. Стоит? Стоит хоть? Амулет удачи. Пустые камни душ. А вот, смотри, заполненный. Ну, в принципе, да, давайте мы тогда выйдем и попробуем еще раз автопопытки. Да, явно нет. Где-то раза с третьего, если будет, это нормально. Да, блин. Так, хорошо. Как тут, блин, подожди. Как ловушки замечать? Вот еще что непонятно. Не приучился я к этому. Блин, вот миллисекунда буквально. Да что ж ты... Наконец-то. Так, ну, берем. Вот это дофига стоит просто. Этот мы на себя нацепим. Сильное зелье лечения. Это пригодится. Так, яд безмолвия. Это на магов. Вот такой камень душ. Вот этот камень, интересно, что делает. Топаз. Так, ну и отлично.
принципе, я думаю, будет сама она. Ладно. Что это было вообще? Я что, по-новому сейчас ее открываешь, что ли? Так, ладно. Серия какая-то у меня просто страдатель. Ну ладно, хоть так было нормально. Давай. Просто мучают меня сегодня. Или я типа горел. Смотри, они тухнут. Ну и долго мы будем гореть. Да офигеть. Пройдет, нет вообще? Так, ладно. Да, блин, заканчиваюсь уже. Я как факел. Почти прошло. Да. Так, сохраняемся. Пробуем еще раз. Тут ничего. Зато сотня золотых. Отлично. Это, похоже, матриарха. Гроб. Тут она жила. Так, ну и что? Давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии пойдем сначала в Coral. Распродадим весь лут, который мы тут набрали. Надо сказать, была серия достаточно сложной. Постоянно просто огребался по-страшному. Но, тем не менее, получил кучу хороших вещей, которые нам в дальнейшем помогут. В следующей серии пойдем там направо, еще были какие-то руины. Наведаемся туда, будем надеяться, там будет не так сложно, но также интересно. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.